Балбес в натуре балбес, да? Хуйней занимается какой-то, блядь. Ходит туда-сюда, блядь. И же ебанулся, блядь. Вот сейчас бить. А просто АОЕш и все. Бля, я шипе. Какой АОЕш? Ну, хохотуна. На всех не кидаем, блядь. Охуеть. Бля, смотри, ты на кого лапу повесил, кого бить-то? В хохотуна бей, у кого меньше хп, на том будет лапа. Так, а чё тебе толку с лапой Асмоды, если она только фрост упает, вроде, или тьму чё? Упает? Чё ты сейчас сказал-то? Нормально себя чувствуешь? Тебя кого, рыцаря? Медного, медного бей. Угу, а то так, блядь, урона нихуя нет. Это шапа говорит? Да. Так, говорю, это вестриковская же вроде только фаер и просто против стихии. А чё, на тьму не апает? Блядь, на апает 13% магического урона по персонажу. Она апает у афликов одна фото и у этого. Это только у ДКшников и сов апает весь урон магический. Да манхуй. Ты, короче, что-то там не это, охуеть. Бурнул, что ли, походу, что-то. Да посчитай, блин, Асмодей, кинь. У анхоликов апает урон и только у тьмы. Они бафы только шипешник. Только сова бафает урон. Блять, эта ебучая лапа дает 13% магического урона. А, да, это не анхолик, это же. Я же не знаю, о чем вы спорите. 13% магического урона. Этого мало, что ли? Что? Ну, я им то же самое говорю, они не слышат. Да бойся, дебаф да, просто посмотри и все. Че тебе не понял? Да. Прочитай дебаф на проклятие стихии он имеет в виду, что она апает весь магический урон. Она апает только этот, блядь. Две школы. Да всех она апает. Все, короче, пизду. Сейчас мне наконец после этого. Дайте забить, Кирилл. Увеличивает получаемый урон от заклинаний на 13%. Ренжу набирайте, сука. Знаешь? Сейчас все сдохнете. И да, и режет сопротивление двум школам, извини, перебил. И режет сопротивление двум школам, блядь. Природы, тайной и темной магии. К тому же, к слову. Ренжу, блядь, ренжу между собой. Вихрь, смотрите, куда идет и оттуда отходите. Он там гуляет сам по себе. Схиливайтесь быстрее, давай флешками Асус поработай, чтобы не сдох никто. Вихрь, смотрите. Он челика выбрал, за ним бежит, отбегает, как на Левиафане, для босса кайтишь. Заебись. Быстрее, быстрее, цепухи пошли за хитлю. Еще сбивать кости можно. Все, боимся. Орик. Асмодей будет любезен, линкани проклятие стихи. О, бичи прибежали, какие-то. Эти надо умирать, чтобы чистить трэш заново, да, надо всем сдохнуть. Давайте сдохнем. Что у меня будет? Репы маловато, бля.
Не хилитесь, падайте быстрее. Только не заходите в инс, пока все не сдохнут. Теперь ДКшник, который говорил только тьму апает. Смотри на свой талант. Так он не анхоли сейчас, он просто. Ну, я имею в виду, это талант из анхоли ветки. Там еще есть у него не разносчик, а еще, короче, талант. Ну, этот талант прокачанный на 3 апает. Который увеличивает урон от всех болезней, это предсмертная лихорадка. А, это егошник повышает на 30%. Блядь, всё-таки... Вой, ты можешь в банке реги взять, кольцо мне зачарить? Или кто-нибудь, а то у меня нет с собой. Чё вы там? Хочу кольцо зачарить. Взял 232 кольцо. Хочу на 23 СПД чернуть. А, ну 35. Какие там реги? Да там пыль до субстанции, сейчас скажу. А, мне только субстанции. Короче, мне нужна это. Одна штука вот такая. Ну, обмен дашь. Угу. Че, у кого погибель есть? У меня нет. Я до сих пор медив вестит. Надо, чтобы у кого-то была. У меня есть урн. Теперь ШП смотри. Посмотри. А, нет, точно на все, на 165. Включаем урон. Это значит, с другого патча я может перепутал. Почему тогда в Африке кидают другую? Афлики кидают другую, потому что у него зависит от доток. Чем больше доток, тем больше дамажит, блять, твое вытягивание души нахуй. Угу. Плюс ты качаешь проклятие агонии. Некоторые ставят символ на это. Что звать? Да, зовет. А, можно каску по жабе? И приста бафните, тоже нихуя не баф. И лапу по жабе. Каску по магу. И можно рыбы. На счет 3. Раз, два, три. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Кстати, Геру сразу. Трепета две пати ставят. А можно истерию жабе? Заебёт, блядь. Ну да, я такой. Ебать, у нее что, 25 миллионов? Да. Охуеть.
Где три? О. Товарищ, значит, там этот Asus. Это будет на дисплее поиграть. Так, Сиген тоже себя хотя бы снимает. Иначе то, что не дисплеится, оно дамажит очень сильно. Да вроде пока нечего снимать. Я говорю, на взлетке, когда скелеты будут. Сейчас звездочку встаем. И перебежим на ту сторону. Сейчас будет каст. Побежали. Сейчас докастую и на пол дашь. Что дальше подбегать? Засиливайте сильнее. И диспойните самое главное. Вот этот огонек? Всю хуйню магическую. Я лучше поподхиливаю еще. А вы ешьте мелких. По-моему, они вешают. Я хуй знаю. Или босс. Добейте парочки. Я там слышал, это истерия откатилась, да? Да не, еще 2 секунды, блядь. Скелетов ебаных зауешьте быстрее. Вы уже, я не помню, там он просто дома. Да они там бьют по 4 кстати. А вот гель они больше бьют. Я в Гере был-то, блядь, на ней раза три. Для охлаждения нужно ловить, типа, и урон увеличивается. В Гере она вообще... В Гере она вообще ебанутая, блядь. А там пару троек привыкли, и все. У меня есть даже где-то в 2 окна на ней был, блядь. Мне казалось, она кончена в Гере. Ну, если пати кончена, а если статик какой-нибудь... Танков сбривает там, пиздец, блядь. Да, надо знать, когда прожиматься просто. Блин, ну похильте меня. Если подойду ближе, то будет фирять. А здесь на макс ничего не фирит. Пати не хп, она что, ебанутая, что ли? Очевидно. То есть прям реально дохуя, ну это пиздец. Он в деревне не 20, по-моему, лям, что ли. Так же, как у малочка, было меньше. Но зато манекен. Обидно здесь на ней лайкнуться как-нибудь. Убого. Сейчас то же самое будем, только на обратно бежать на ту сторону. Сейчас я встану. Вон сюда звездочку вставай. Пошел каст, побежали. Захиливаемся сильно. Блять, жарим, еще сдохнет. Щиток на него, дай. Зауешьте, дайте я уеб скелета.
Шаман, поставь тотема подальше, поближе, подальше не помолен. Спасибо. Вы, шаманы, один далеко стоит, чтобы не фериал, и ставишь для РДД, кто там стоит. На всякий случай, если вдруг близко подойдем. Один под мелизоной. Меня слышно? Ага. Привет всем. Здорово. Что там у вас, как успехи? Погибель, хибаш. На кого ты 4 упал? Мы пока не били, еще смотрите. Встаем. Пошли. Захилимайтесь. Чё вы рогу проебали? Да, я приуныл просто. Ну, да, приуныл. Положенный выпад не пропнул, походу. Зовите скелетов, добивайте больше. Ты тотем даешь, ты хоть гимн проси. Угу. Интересно, с шатарами можно при вознесении вкачать на этом боссе? Да? Давайте, Геру. Опять? Угу. А чё нет, она там с пула дается, а потом на последней фазе откатывается. Мы его долго пиздошим. Да я скажу, даже если в супер, блядь, одетом рейде, все равно две геры дадите. Но вот мы максимально быстро его убивали, тогда 11 минут. Ну вот Геру дали. А мы сейчас сколько бьем? Я ж не знаю, вы с пула Геру давали или нет? Да, да. 12 уже бьем. Это нормально будет. Если бы жабы не сдохли еще. Ну да. Ну потому что вы, блядь, хуёво подхилите. Вот ты щиток ему не дал, блядь, асу с флешкой не хильнул, блядь. Я молитву щитки давал, но в тот момент, может быть, у меня же КД щитка, она ж не мгновенная. Просто надо кош нажать, блядь, или нажать ложный выпад, и никаких проблем не будет.
Этот урон идет не точечный, а по зоне, поэтому Рога может прожать ложный выпад, вообще хилить нахуй не будет. Не надо будет. У нас такие роги, блядь, в гильдии есть, которые даже не знают, что кнопка, блядь, ложного выпада делает. Шея неплохая, наверное. А чё она делает? Да. Почитай скилл, неплохой. То есть Рога сейчас спросил, что ложный выпад делает? Ну да. Ебать, даже я знаю, что делать, за Рогу не играю. Я тоже знаю, надо же, как бы это вот, чтобы человек на говно происходил, с ним не сходит. Понятно. Не, у нас таких нету, кто на говно исходит, у нас нормальные пацаны. Я просто из гильдии кикнул. У меня не было энергии, и я умер. На кош энергия не нужна. Я понял, решили привести, да? Хорош. Реп качаем. Или нет? А, вон токсиген, блядь, красавчик. Реп качаем. Кольцо бисовое делаем. Я тебе даже под хилку дам. Да, откуда? Смысле сопротивления, ты чё, тварь? А ты что думал, в сказку попал? Мобы тоже сопротивляются. У тебя этот взрыв разума пятнашку критует когда-нибудь? Не, нихуя. У меня максимум, короче. Сейчас скажу. Да таких цифр на шипы не будет. Откуда, блядь, там пятнашка? Ну, если с КД собрать. Взрыв разума 13600 у меня. У меня 12600 было. 13600. А я еще не в Т4. Ну ладно, ладно. Там Т4 не зависит. СПД. Там, по-моему, 36%. А, ну да, он увеличивается. Не-не, там СПД. Да, Т4 нужно. Чё ты его одного танчишь, иди наверх. СПД забиваться, а не в хосту. Там 1005 из СПД ебашит. Чтобы вот это ебучее... 10, блять. Ну, можно 10. Если тебе на X2, на шамане 6к СПД вроде... А нет, не 6. 5800 вроде бы. Учитывая, что у людей есть брюли, усилки, блять, как бы 6к тяжело собрать. Ну, 5800 у меня на шамане. Ну, у меня он фул в сердолях. Я хосту вообще не собирал. Там от шмоты этой хосты 1300. Да я вообще шаману хосту лучше не собирать, пизду. Там от шмота. Кирюха, здорово. Здорово. Как делать? Тотем одел. Да нечего, зашел, блядь, остров. Остров поделать. Огород? Угу. Ты, Кирюха, когда будешь на РТ? Четверг будешь? Да, наверное, да. Я не... Хотя нет. Подожди, четверг какое число, блядь? 25. 26. В четверг, наверное, буду. В пятницу, субботу, воскресенье, понедельник, вторник меня не будет. Я в пятницу, в субботу уезжаю на 4 дня. Я на четверг ставлю тогда. Всем нормально? Ну, я буду. Будешь все? Точно. Да, я вот пока. Я 31-го на сутки.
10. Трэш бьют все. Если это какой-то класс, кому сложно переключиться, хотя бы тутку, хотя бы один прокаст, касается Женька там, хотя бы палец и пытку одну или две, если долго умирает. Если долго будем бить и скрывайпнемся. Если с хилом трудно, Асус, если увидишь по фреймам, то подхиливаешь флешкой. Женек, все готовы на счет 3, раз, два, три. Искры активнее. Будет такое уже лежат. Да, там Асмодей вылетит.
Отходим к воротам. Это не это. Это, оказывается, хил вылетел. А я что-то подумал, что вдруг стали перестали сферы бить. Чекнем рампа сферу. Можешь? Дойду био 2 минуты. Да там нормально все по сферам, просто вылетел хил. А хил вылетел? Но. Нет, а что ты там стоишь, крутишься? Зайди вот за этот памятник лестнику, пацанов. Жарим, там если будешь Омен смотреть после вот этого прилива, там кастуй какую-то глыбу или какую-то парашу, чтобы он тебя не убил. Ой. Дай шкаф с малем, там хила, хилов. Блять, где он? Где хапал? Квин. Пиздец. Диси. Ешь рыбу. Давайте, подходите, приготовились. На счет 3 приход бьем. 1, 2, 3.
искру быстрее. Готовьтесь. Давай, Геру. Асус сальву нажарю. Банжови сальву нажарим. Алло, ну как там с истерией? Проебали истерию. Вот было раньше. Сейчас еще будет прилив. Искры, искры, быстрее. Асус. Не помирай. Бэров у нас нет. Готовьте, сейчас будет прилив. Пошел прилив. До 15% искры бьем еще. Искры бьем, прием. Зергайте искры быстрее. 5% еще. Ну нахуй она существует, ебать. Что там упал? На лока перчатанный там. Не, блять, существует. Я локом себе выбил тоже, блять, на твинка, блять. Да это тебе повезло, нахуй, ебать. Че, у кого есть эти? У тебя сколько кусков торнадо? У меня второй будет кусок. Так это твой твин, блять. А ну и у него твин. Так у него тоже. Типа вообще похуй. Я бы не отдал. Там типа пишет, что процентовка на лока, типа перчатка меньше всего падает. Нихуя, вот я наверное. Паладин, разбойник, шаман 29%, шанс выпадения, воин, жрец, друид 24%, на лока 21%.
Это ты в этом батлсноте смотришь, что ли? Угу. Я этому, я админу задавал конкретно вопрос, говорю, типа, чё, блядь, на локоть нихуя не падает? Он говорит, типа, это просто, говорит, невезение, везде одинаковый процент. Сейчас подождите, пробежим здесь. Ну, это тоже как бы нелогично, что одинаково, если бы я тут на 4 класса, блядь, нахуй, там, блядь, везде по 3. Типа, я ему объясняю, блядь, у меня каждый воин, друид, блядь, и жрец в гильдии, нахуй, уже просто выбрасывать эти куски. Они ему ни на лоу-спек, ни на какой не нужны. А лока, блядь, ни одного у нас за 24 нету. Он говорит, нет, нихуя, это не везение, блядь. Такое нахуй не везение, это вы, блядь, настроили по-пидорски, блядь. Это, чё, давайте конструктивно, мы бежим, чистим. Да, бежим. Там паладины на кого-то диван дадут. Ну, у нас масс-рез, в принципе, есть. Ну, и там СС на себя там, да. Главное, чтобы ты добежал со шкафом, если тапки есть нитро. Сейчас я побегу за собой трэш буду. Ну там, старайтесь не бить трэш, не агрить ничего. Буду агрить. Фридом. Бегите, бегите быстрее. Добежали там? О, у нас много там. Блять. Здесь падаем без танка, все равно дальше не побежим. Ну, цель до угла до этого добежать. Да не, мы могли бы дальше, если бы ты бы и добежал бы до сюда, мы могли еще бы чуть подальше побежать. Все, так или все? Да, если все. Масс-ресом ты на месте встанешь, правильно? Нет, треснет. Нет, под ты того, под на того, меня, с... того. Понятно, на меня встанешь, я тебя ресы. Че, ресните, моб уходит, ресните. Тут достаете до двух людей. Один одного. Что-то прервано было, блядь. Вроде докастовал. Прервано. Это, видать, он тоже массово кастовал, поэтому прервалось, пусть знает. Чекнем дамаг на пачках, блядь. Чё, уже распаковал, уже и зачарил, нахуй. Так камень меня, ебал. Так у меня лежит с собой камень, блядь. Ты не хоть-то приготовился. Чарка, блядь. Ты рыбу давай. И баф этот ебаный, папы тоже быстрее чистить будем. Камень хороший пожалел, да, на? Так у меня еще ни одного нету. Ну так правду уже, блядь, 24 зарядить хотя бы. Да, надо. Что-то у меня в башке меткость, блядь. Нормально. Это, дай шкаф сманем. Шоу смог. Пошли, короче.
Кругляшок у Пехи покидай. Кругляшку готовьте стан. Давай, это будет Асус. Давай. И теперь по ромбику игра. Ну, что-то набирается, служу там, но... Но это надо, получается, сначала болезни раскинуть, а потом уже лужу кидать. Но... Ну, в одну цель отдаешь ЛП, чумной, мор, лужа. Да, да. Это чисто на АУЕ агро, да, получается, бонус? Да, да. Ну, оно не только на АУЕ, оно и так агро увеличивает. Да так там ДК вообще похуй, в принципе. Ну, по пачкам проще станет. Хотя нужно сначала раскинуть болезнь. Для РБК вообще охуенная тема 24. Для ДКшника он начинает агро держать, как прям паладин. Ну да, чтобы быстрее когда шло, да. Ну, мне кажется, и этого хватает. Где там жарим?
Че, ничего не писал же? Жарим, прием. Я писал, что отойду ненадолго. Суман пришел? Да. Вот рыба. Да уешет у нас. Это Джис, кому надо, подчинитесь. Пускай уешет у нас что, Ретрик и Рога. Не знаю, как Рога вирком будет. Ну, смотрите сами, играйте лучше в босса. Там Ретрик и еще кто-то один. Остальные. А там бомбы фаера все позрывают. Да нихуя они не взрывают. Короче, если визуально будет много трэша, то уешьте. А так в босса играть, чтобы быстрее босса убить. Ну и сначала этого петуха зальем колрека. Там можно пусть Ретрик просто с печатью стоит, а уешный лужу ссыт, ага. И ты лужу ссы. И он ШП пускай просто из сушения клацает нахуй, пиздец. Давайте, на счет три. Раз, два, три. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. А мы тут Геру даем? Сейчас добьем, давайте Геру. Так тихо говоришь, нихуя непонятно. Он говорит, пошел нахуй, стерею давай. А мне напоминать постоянно надо. Нет, давай, блядь, сыграем в игру с тобой. Не, не надо. Ты будешь напоминать мне про напул, а я тебе про истерию. Да, блядь, какой напул? Только на трэше напул важен. Ну и на некоторых боссах. О, калори. А заберу я. Да истерию. 10 секунд. Что там, кондёр будет чи не, блять? Посмотрим, что посмотрим.
Что у вас получается? Элему нужен ШП и Луку, да? Не, ну, не надо, у меня есть. Причем в том рейде, где я его забирал, он был нужен. Ебать, мажора, но. Нет, там просто я пати миликов собрал, чтобы они у меня ничего не отжимали. И выпал кондёр, да? Да, и выпал кондёр. Заебись. Не выпал. Ну, сейчас получается не пати миликов, блядь. Угу. Отойду на 2 минуты, это хулипал. Угу. Давайте перекур 5 минут. Надо резче идти, у меня не так много времени тоже. Ну до перекур-то пойдешь? Ну, пока, блядь, а хули, я чё, я один пойду трэш, что ли, чистый? Идите, куроните, чай налейте.